Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы. Договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. В завершающей стадии работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнера.